Варим самбар. Самбар из редьки. Но взгляните, что они сделали с редькой. Полностью изменили ее форму. Все сейчас выглядит по-другому. Может быть, конечно, это другой сорт. А может, кто-то провел какие-то лабораторные изменения. В наши дни мы не знаем, что мы едим. Мы делаем все возможное, чтобы то, что мы едим, было с земли. Но все же вы никогда не знаете наверняка, выращено оно на земле или в лаборатории. Что ж, это не прогресс. Это... Вот что это. Это означает, что если мы хотим катастрофы, мы становимся слишком умными по отношению к жизни. Это неправильно. Всегда осознавайте, что самым умным здесь является творение. Самое умное здесь — это жизнь сама по себе. Просто учитесь жить. Учитесь быть частью этого. Просто наслаждайтесь тем, что вы — жизнь. Не пытайтесь быть умнее жизни. Это не сработает, поверьте мне. Это бедная, бесформенная редька. Я должен ее нарезать и съесть сегодня. Сварив самбар. На сегодня назначено много мероприятий. Перед этим я должен что-нибудь съесть. Самбар и рис. Трудно придумать что-то более южноиндийское. Я остановился в доме нашего замечательного друга, волонтера, очень преданного нашей работе на протяжении многих лет. Чудесный дом. И у них есть французский повар, который может приготовить любые сложные блюда. Сегодня я его не пускаю на кухню и готовлю свой собственный самбар. Я не собираюсь угощать вас своим самбаром, потому что, если вы его попробуете, то попадете ко мне в рабство. Этого я бы хотел избежать. Так что сегодня я откажу вам в самбаре. Только я и несколько человек. Правда, говорю вам, у этой редьки нет такой остроты, как у индийской. Но даже в Индии, по большей части, редька теперь гибридная. Там она тоже меняет форму и теряет свою остроту. Но все же на индийских рынках можно найти натуральную редьку. Она постепенно исчезает, но я надеюсь, что мы ее сохраним, потому что очень важно сохранять оригинальные семена такими, какие они есть. Даже если вы вносите изменения, пожалуйста, сохраните исходное семя. Потому что стоит чему-то исчезнуть с коммерческого рынка, кажется, это исчезает полностью. Так что мы должны сохранить семя. Замечательная леди Вандана Шива основала Бич Бачао. Это очень важно. Я надеюсь, что все мы каким-то образом внесем свой вклад и убедимся в том, что сохраняются первоначальные семена разнообразных растений. Я кланяюсь редьке за то, что порезал ее на кусочки. Но я же буду ее есть.